легко. Что там случилось? А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точильный камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Приготовься. Yeah!
Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета. Сын, сюда. Слушаюсь. Карта сокровищ. Отлично. Тут сказано «самозванец». Тут везде такое написано. Сын. Ладно. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, как много-то.
отец, прости меня, угрызение совести, сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу, в хранилище. Сын, сюда. Слушаюсь. Новая метка. Куда дальше? Там внизу. Что-то есть.
все прошло в крепости. Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. Для смазки! Сказал он. Я не стал просить его вернуть. Хорошо, к делу. А тебе что приглянулось? Я-то плохого не посоветую. Что вас привело, друзья? Теперь твоим врагам не позавидуешь. До встречи, друзья!
Что с ним случилось? Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Чалим здесь? Заблудились? Нет. Thank you.
Кажется, я учусь. Что вы снова здесь ищете, тупицы? Хотите украсть мои сапоги и одежду? Мы нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа.
Меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. Он подлый ублюдок, но... мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему. Я рад, что мы вернулись. Этот вор не достоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать. Хорошо. К делу. А тебя чем порадовать? Не знаю, что мы тут делаем. Заблудились? Нет.
Что же еще? Почти. Найти бы оставшиеся части диска с шифром. Thank you.
там внизу. Матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком. Что-то есть. Трума!
скажешь? Лучше. Let's go.
Жаль, мне на это не хватит сил. А правда? Почему у одного капитана так много людей? Они были ему верны и шли за ним. И все погибли. Ну, плохой он капитан. Почему ты так думаешь? Он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Даже хороший капитан может ошибиться. Каждый сам несет за себя ответственность. Помни это. А тебе приходилось вести за собой? Да, много лет назад я вел в бой воинов. Ты был хорошим командиром? Это сложно сказать. Ты раньше... Довольно вопросов, сын. Лучше думай о задаче. Ладно.
Хорошо, продолжай. Я не готов. Капитану теперь полегчает. Это вряд ли. Он хотел упокоить своих людей сам. Но он никогда не смог бы. Ему это не важно. Наша победа лишь подтверждает его поражение. Тогда зачем мы это сделали? Помогли. Тебе нужен опыт. Да я уже много раз сражался с такими тварями. Ну скажи, зачем? Этого капитана уважали матросы. Он признавал свои ошибки и хотел их исправить. Это хороший урок для тебя. А. Вот именно. А. Мои люди, они уже не бродят? Да, мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно.